Адам и Джейми подвесят на липкую ленту машину. Крюк, цепи и перекладина. Полосы скотча для подвески машины мы накинем на эту балку. Если надеть их на крановый крюк, выйдет большой комок. И полную прочность каждой полосы использовать не удастся. А здесь они будут идти в ряд. Мы приклеили 99 полос. Все, последнее. У нас ушло 5,5 рулонов скотча, и этого едва хватит на подъем машины. Лебедка крана оживает. Пошло. И лежащая на шинах нагрузка начинает ослабевать. Одно колесо. Есть! Отрыв! Держится. Отпад. Хвалю вас, сэр.